Так вот я хочу рассказать общественности. 2 июня мой офис находится недалеко возле облгосадминистрации. Прилетело 2 самолета. В это время я свою сотрудницу должна была послать в облгосадминистрацию в региональное отделение фонда Держмайна, с кем мы працюем. В администрации находились все органы центральных органов власти. Там никаких не было сепаратистов. 2 июня город работал, местные органы власти работали и так далее. Чьей власти? Власти украинской. Другой диалог общанин. Подождите, будьте толерантны, выслушайте. А вы тут натряхиваете пропаганду. Нет, вам пропаганду. Это заступник Лаврова. Вы тут натряхиваете, любезно. Натряхивать тут не надо нам, вы распаковываете. 2 самолета прилетело. СБУ когда захватили у вас, расскажите, автоматчики. А СБУ когда захватили? Паранотряд когда штурмовали? Расскажите про штурм паранотряда. Я говорю за Луганский. Паранотряд, Луганский, Луганский. А я вам про паранотряд говорю. Про СБУ говорю. Та там сиділи терористи, їх треба було розстріляти давно. Що ви говорите? В ОДА сиділи терористи. Навіщо до них ходили ваші мирні граждани? Той будинок треба знести землею разом з усіма терористами і мирними гражданами, які їм допомагали. Та 1000 ми пристріляємо цих терористів, що ви знали. І всі, хто їм допомагав. Так, посінки, діти є, які допомагають терористам на нашій землі, на нашій українській землі. А чого ми не допустимо? Чого ти в Київ? Чого ти там не сидиш? Їдьте в Москву розказувати. В Росію звіздуй. Це моя страна. Моя страна. У Москві треба розказувати, що треба мир, щоб ви знали. Говоріть Путлеру. Чемодан вокзал Росії! Це правильно! Ви що думаєте, ви на Донбасі чи де? Це Київ, що ви знаєте! І ми знаємо правду! Який сам вірив? Ви вже наказані за те, що підтримуєте Путлера! Ганьба вам! Ганьба проросійським попутчикам! Повертайтеся в Донбас! Еще раз назовитесь. Елена Петровна, я живу в Луганске. Я приехала 3 июня, вынуждена была приехать сюда, потому что мой офис, который находится возле обладминистрации, погибли люди. Разбомбили квартиру. Это делает украинская армия. Нам не нужно... Мы находимся здесь, не видеть там. Я еще раз говорю. Украинская армия. Убивает детей. Сегодня нас там убьет в Донецке. До мене приїхали родичі тиждень назад до Донецька. Чеченці ходять, а не на українську армію. Средства масової інформації. Будьте объективны. Я сюда пришла, я объясняю. Когда я прочитала в интернете, просто поддержать журналиста Кацубу. Кацубу, которого сейчас гнобят за то, что он... Я читаю это в интернете. За то, что он... Вам заплатили деньги, вы отрабатываете деньги. Это вы здесь за деньги, потому что вы все работаете. Мы знаем правду. Я тут как раз только в Луганской области. Там эти террористы. Вы отрабатываете деньги. Защищаете террористов. І тому вас покрав Бог, бо ви молилися за Росію, тому ви прокляті! Ви прокляті, проросійська зараза! Что вы здесь забыли? Если вам так ненавистна Украина, ну, это моя Украина, она ненавистна вам, потому что у вас принцип смерть врагам, всем мы ненавидим, а мы все любим. Враг вы, Украины. Вы враги Украины. Я ваш враг, признаю.